Четвертый. Сейчас он пизда. Большой люфт. Большой люфт так. Ну, нормально. Ты крутануть бы его через мотор сейчас. Ну, можешь ее крутануть. Блядь, ременный нахуй. Или чего? Да, сейчас там крутанем. Четвертый. Сидя, посмотри. У нас приемник забитый, нахуй. Это у меня в этом фильтре было, блядь. Порошок-то ебаный, блядь. Типа земли какой-то чуд, блядь. Земли и стружка, блядь, кайфно. Вон блестит. Это тоже какая-то хуйня, блядь. Вон блестит. Вот, блядь, заль же, блядь, говна этого, нахуй. Сам основной верхний, блядь, долбит нахуй. Правильно, вроде заебись. Нет, насечка-то. Насечка еще нет. Блядь. Сука. Блядь, эта хуйня сама, блядь, опасная, нахуй. Ну движок, блядь, пиздец, весь в говне, блядь, полный, конченый, блядь. Я, ну, не знаю, наверное, на минералке херачили на нем. Масло приемник мененный, а хуй толку, блядь. Текло, блядь. Текло, сейчас течет чуть-чуть. Заебашило. Там какой размер стоит. Кричлёп, блядь. Номер нет нихуя никакого, блядь. Короче, надо замерять диаметр. Там что-то написано, RCN какой-то, блядь. Название фирмы, блядь, хуйня, что-то. Тут нет нихуя. Что-то есть, блядь. Да, это там название конторное какое-то, блядь. Хуйня, что это такое, блядь. Может, он размер один? R1 он. Или CNE, блядь, хуй знает, что это такое, что, блядь. R1 написано. Ну, R1 он, наверное, или C это, блядь. CNE, блядь, хуй, пиздец, блядь. Я тут разъебашу, ну, да, по краям, блядь. Ну, дуляка нет, блядь, он хуярит, да. А я, блядь, разъезжаю, как эти, блядь, полстелиновые, их наклёпывают, нахуй, середина проваливается, нахуй. Бока более-менее живые, нахуй. С ним, блядь. В колено-то без этого. Гладенький, блядь. Гладенький, блядь. Не посинел и то, блядь. Это хорошо. Да, блядь. Ну тут такая хуйня, я тебе говорю, вот, блядь, он, сука, давляк пропадает, его движок глушишь, нахуй, заводишь, опять, блядь, поехала. Какое-то время проезжаешь, на раз все заебись, блядь. Наверное, блядь, все-таки, когда движок глушишь, это, блядь, вся Лапа. Хуйня, наверное, стекает, блядь, с маслоприемника. Головой, да, что попал, то вот. Под клапаном. И он качает. А вот это, блядь, что нахуй с фильтра течет, блядь? Там не видно у тебя этот фильтр? Масляный, вот это, блядь, привод весь в масле, блядь. Я потому что когда снимал... Это, наверное, с поддона, короче. Не, блядь, не? Я когда снимал, у меня вот здесь вот фильтр в масле был, блядь, весь. А что резина, не затянут? Не, он затянутый был, нахуй. Но он был, блядь, его в таком песке, блядь, ебаном. И мне кажется, вот этот под резинку, вот этот песок, блядь, и попал, нахуй. Ну, может, фильтр открутили и сразу захуячили, нахуй. Песчинка попала, и все, нахуй. Не знаю, блядь, ну тут, блядь. Че, будем менять насос? Насос, да. И вкладыши, блядь. Вкладыш сейчас надо замерить, блядь. Диаметр хотя бы плюс-минус приблизительный, блядь. Не, в принципе, могу, блядь, это... Павлик тебе говорил, это номинал 3300, блядь, 3200 стоит, а первый ремонт 600 рублей, блядь. Три косаря, блядь.
Я говорю, ёбнутый нахуй, пиздец, блядь. Жопа нахуй. Три рубаса, блядь, шесть этих восемь половинок. Ну есть как бы говнина. Ну его промыть, блядь. Сейчас-то, блядь, смысла уже особого нету, блядь, вычищать-то. То есть все основное с маслом вытекло, блядь, сейчас. Насос снимешь, а там еще что-нибудь вытечет, блядь, оттуда. Сейчас вот масло в приемник снять, оттуда похуярить, блядь, грамм 200, блядь, вытечет, нахуй, пока из это. Пока с фильтром сольется еще. Ну, фильтр, он сольется и так, нахуй. Там прям какое-то говно, блядь. То ли герметик, то ли что-то такое, блядь. Прямо забитые эти. Да хуй знает, что-то, блядь. Что с ними делали, блядь, хер знает. Ну тут 48 вот высвечивается, а? А вкладыши 4,85 должны быть. То есть зазор 5 соток, я так понимаю, должен быть. Сейчас 4,75. Ну короче, шейка, бля, 4,8 номинал. Номинал надо заказывать, блядь. Все будет заебись. Но это не точно.